Всем привет, с вами снова Висмар, мы продолжаем проходить игру Bioshock 2. В предыдущей части мы, в принципе, зачистили всю эту территорию уже. Освободили уже всех сестричек. Нам осталось, в принципе, зайти вон туда, в храм Агнца, и изучить приют младших сестричек. Давайте займемся как раз исследованием приюта маленьких сестричек, пожалуй. Так. А, нет, мне, наверное, показалось, что там что-то было. Так, ладненько. Давайте посмотрим, что у нас. Блин, вертолет, не пугай меня. Что, что, где? А, фу. Ладно, это не страшно, это там наша камера. Что? Погодите. Да, ну проползай. А, фу, ну ладно. Я уже думал, что камера среагировала вдруг на большую папочку. Очень странно. Ну и что, кричишь тут? Блин, ну ты громыхаешь, чувак. Так, ладно, давайте взломаем, пожалуй, как раз вот аптечку. Пускай валяется на обратном пути, я думаю, она нам пригодится. Так, а пока что сюда пойдемте. Так, здесь ничего у нас нет. Нет такого. А. Шикарно. Пум-пум-пум. Что-то, честно говоря, в этой части очень много таких мест пустынных. Куда вроде как можно исходить, и в то же время нельзя сходить. Упоротый паук. Так, ладно, нам сюда, что ли? Да, сюда. Хорошо. Сейчас наверняка на нас нападут толпой. О-о-о-о-о. Такая музыка. Я скучал по ней. Шикарно. Давайте, блин. Обожаю. Я все-таки ее хочу просто послушать. Черт, она закончилась. Печально. Ладно. Ну, типа, к нам сейчас придут товарищи. Все предсказуемо, пока давайте заберем, что ли. Я здесь совсем одна, мистер Дневник. Ты мой тайный друг. Ко мне продолжает ходить доктор. Он говорит, что я нужна Восторгу, и завтра я пойду с ним. Я спросила, куда, но он только улыбнулся. Я не сирота. Моя мама жива. А тетя Грейси, наверное, до сих пор меня ищет. Но я не могу их ждать. Я убегу, найду Амира, и мы украдем подводную лодку. Завтра я узнаю, на что похож солнечный свет. Вот, она сама сбежала. А эти товарищи на нас все злятся и бегут. Обвиняя нас в том, что мы похитили Леонору. А все оказывается туда проще. Кстати говоря, я не помню, чтобы так много рисунков было по стенам. Хотя, может, мне, конечно, кажется. Ну и куча трупов появилась. Нас пытаются, типа, напугать. Ну ладно. Гори. Блин, он убежал, зараза. Вот ты недалеко убежал. Сейчас на нас там нападут откуда-нибудь опять наверняка. А. А, ну не совсем, конечно. Умри ты.
тебя подбросило. Шикарно. И даже аптечка не понадобилась. Так, ладно, давайте дальше пойдем. Я тебя вижу. Так, видите, где камера? Так, нет, 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 нет. Шикарно. Так, двигаемся дальше. Как ты гремишь, а? Хочешь, что мы, а? Так, ладно, пойдемте дальше. Теперь нам уже как раз остается идти только по заданию. Так как все остальное мы уже исследовали. Так, это у нас не открывается. Это, наверное, с той стороны вход. Как я понимаю. Так. Нам нужно вроде бы куда-то туда. Давайте посмотрим, что... Через Адам наши души перенесутся в ее святую кровь и возродятся в ее... Что? Что-то очень странное он сказал насчет перерождения в ее крови. Почему у меня подозрение, что это наверняка что-то типа... Как... В том же Dead Space там были... Поклонение ксеноморфам. Ой, не ксеноморфам, извиняюсь, этим. Некроморфам, во. Вот, и то, что якобы через смерть они возродятся. Возможно, здесь то же самое. Только здесь наверняка с поглощением. С помощью Элеоноры. Переработкой. Или что-то такое, наверное. В принципе, может, я ошибаюсь, я не знаю. Поправьте меня в комментариях, если я буду неправ. Может, я неправильно распознаю это все, но... Потому что я пока другого не нахожу, это объяснение культу как раз маленьких сестричек. Возможно, как раз они все хотят быть поглощены маленькими сестричками, чтобы якобы переродиться потом. Но каким образом переродиться, не совсем понятно. Ну ладно. Так... Давайте сходим наверх, что ли, посмотрим. Нет, мне дробовик здесь определенно нравится больше, чем в первой части. Он перезаряжается куда быстрее. А, так, слушайте, а как вот это вот открыть? А, все, вижу. Надеюсь, я правильно понял. Ну-ка. Так, 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 как на тебя-то? О, шикарно. Упал. Великолепно. Так, где там мой дробовичок? Давайте послушаем вот этот дневник. До открытия Адама человеческое существо являлось заложником собственных генов. Одержимость собственным «я» заложена в нашей ДНК и проявляется в похоти, жадности, гневе. Мы не тянули за собой великую цепь прогресса, как того хотел Райан, а были прикованы к ней. Зато теперь мы можем переделать биологическую природу человека. Служение ближнему может стать столь же естественной функцией организма, как дыхание. Тиран, живущий внутри каждого, будет уничтожен. Очень странно. А, культ семьи, наверное, только какой-то переработанный, как я понимаю, культ семьи. Ой, ладно, я не буду... Наверное, дальше распространяться на эту тему. Давайте еще послушаем. Эндрю Райан бросил нас в заблуждении и одиночестве посреди обломков вчерашних дней. Но София Лэмп показала нам, что мы не одиноки. Мы вместе. Мы одна семья. Поэтому, увидев человека, поставленного на колени, признайте в нем своего брата и помогите ему встать. Софи Лэмп учит нас. Добро в общности. Все неизменное есть истина. Она ведет всех нас к неделимому по реке Адама. Дочь Восторга, Элеонора, будет нашим судном
В ней мы возродимся. Да, походу я правильно понял. Потому что, видимо, они собираются все в конце концов как-то умереть. Она должна будет выкачать из них Адам, переработать в себе. И вроде как они потом возродятся через нее. Точнее, через ее детей. Ну, наверняка так как-то. А вот это, кстати говоря, сцена из первого Биошока. Наверняка помните как раз вот эту вот... эти татуировки, как мы как раз и его вкалывали себе, когда необходимо было. Так, ладно, давайте дальше продвигаться. Узнаем. Зверь среди нас, дети мои. Злобная тварь по имени Дельта. Он носит железную шкуру, а руки его несут смерть. Он похитит у нас дитя. А вместе с ней и сам рай! Станьте воинами на земле и ангелами в небе! Восстаньте против него и отправьте его в ад! Какой злой! Итак, доктор, я пришла. Но не думаю, что эта бабочка означает, что я счастлива. Грейс, я слишком хорошо тебя знаю. Твое поведение определяется желанием иметь ребенка. Однако биологическая преданность настраивает нас против остального мира, который мы должны любить в той же мере. Твоя бедность есть свидетельство этому, однако твой голос вдохновляет многих. Я прошу тебя присоединиться к большой семье. Твое тело подвело тебя, но ты станешь жить во всех нас. Ну да, я правильно оцениваю ситуацию относительно того, что за культ они тут устроили. Так, да, я решил, кстати, электричество прикрепить к нашему дробовичку. Так, блин, погодите. Бум. Блин, промазал. Так, нет, нет. Блин, а... Преследование мутантов-пауков. Органы мутантов-пауков можно использовать как аптечки первой помощи. Ну, это как в первой части было, это хорошо. Да что, босс? Так, погодите, мне кажется, ли там кто-то есть. Ау! Что, кто, кто? Черт побери, кто? Снимаем. А чтоб тебя. Зараза. Так. Блин. Зачем ты аптечку прожал? Лишний раз. Ну ладно. Так, видите. Пофиг. Так, взломаем. Главное, чтобы он был нашим. А, погодите, ли это... Да, блин, зараза. Блин, по-моему, этот как раз тот самый товарищ. Блин, может, его не надо убивать, я даже не знаю. Но он так к нам пристает. Что я даже не знаю. Так, ладно. Пускай он там воюет. Да чтоб тебя, отстань ты от меня. Отстань ты от меня. Ты поколебал. Мы веруем в дочь восторга. Святую спасительницу и миропомазанное судно, чья кровь с нашей кровью. Грех с нашим грехом. Разум с нашим разумом. Жизнь с нашей жизнью поднимет нас из глубин, приступит низменные искушения и освободит нас от эгоизма. Мы предаем себя в руки нового и неизведанного, рожденного нашей общей силой и ведомого Агнцем. Блин, а?
Да умрите, а. Да умрите уже, зараза, а. Все-таки, видимо, его пульт в любом случае... Пульт управления насосами должен быть где-то в дальнем конце здания. Учти только, что как только ты перекинешь дренаж на парк Диониса, у нас будет не так много времени, чтобы ты успел сюда добраться. У меня осталось не так много воздуха, но я Так, извиняюсь. Сейчас закупимся. Так, закупим. Держу. Закончи все дела в аллее, прежде чем повернешь рубильник. Ну, да в принципе мы вроде бы все сделали. Хотя, кстати, знаете, это немножко странно звучало, то, что у него вроде как не сильно много воздуха осталось, он нас торопит, и в то же время он нам говорит, закончите все дела. Это немножко странно. Ладно, не будем придираться. Жалко, тут книжки нельзя читать. Там наверняка что-то интересное можно было бы найти в них. Что еще тут есть у нас? Ну, тут вроде бы все уже. Ладно, давайте нажмем рубильник. Ты считаешь меня тираном, Дельта, бьющимся за мечту с мертвецом. Этот город — ничто. Восторг должен погибнуть, чтобы Элеонора воскресла на его теле. Позволь, я покажу тебе. Что? Лэм перегрузил насосы! Станцию затапливает! Отправляйся в парк Диониса! Эта дамочка совсем упоротая, по-моему. Я, конечно, понимаю, что нам, по-моему, совсем пофиг на то, что здесь все затапливает. Мы же умеем плавать. Вау! Нас тут... Объект Дельта. Я хочу, чтобы ты запомнил это мгновение. Этот ужасный, жестокий удар во тьме. В нем все мы. Мадам, вы совсем упоротый. Это все получилось. Наконец-то можно буквально перевести дыхание. Вода вокруг станции отступает. Давление в парке Диониса должно сейчас упасть. К тому времени, как ты сюда доберешься, вода уже не помешает тебе войти. Поторопись. Спасибо, зато тут все затапливает. У него-то там все хорошо. Вот у нас все затапливается. Печально. Так, погодите, заснимем что ли его? Так, погодите, сюда что ли? Кажется, да. Побежали. Вперед! Чоп. А, да. Сейчас. С этой стороны все затопило. Ну ладно. Смотри, Дельта. Вот мир, за который ты сражаешься. Ты один среди мертвых. Оф. Да уж. Я понимаю, что у вас наверняка не будет так громко это звучать, но вот у меня сейчас в наушниках это очень громко. То, как я сейчас иду здесь, я даже себя почти не слышу. Вот теперь вроде бы нормально. О боже, как это все гремит, а. О, привет, сестричка. Ты нас ждешь? Привет, привет. Ладно, давайте двигаться. Или это может какая-то другая сестричка? Особенная, так скажем. Не знаю даже. Давай. Шлюз, работай. Ну, наконец-то. Загрузочка. Я знаю эту песенку. Ей же очень много лет. Очень много. Прикольно.
Ладно. Бар Диониса принадлежал Софии Лэмп, командир. Он был чем-то вроде личной лаборатории для ее социальных экспериментов. Однажды его затопило, и все ее гости погибли. В газетах писали, что затопление было связано с деятельностью секты. Приходи на станцию, там увидимся. Возможно, кстати, это действительно именно она сама это все затопила. Кто же знает. Она, судя по всему, вполне способна на это все. Коллекция Коэна. Знакомый персонаж. Еще по первой части нам. Ладно, давайте двигаться. А как здесь кто-то... Так, невидимки. Неужто невидимки? В первой части они были интереснее, по-моему. По крайней мере, пугали сильнее. Я их даже не вижу теперь в большинстве случаев. Блин, что-то я уже стал даже алкоголь поднимать. Ой, ну ладно, просто тут куча всякого. Всякого, при всякого валяется везде. Так, погодите, вот здесь вот дверь с кодом. Может, я где-то упустил его, кстати. Если я его вдруг не увижу, пишите в комментариях, где он может быть. Так, я вот, кстати, дротик пропустил. Давайте посмотрим, может, сзади, где этот код был. Конечно, не факт, но все же. Я был очень невнимательным, и вполне возможно, что именно пропустил его где-то. Так, а что у нас здесь? Но тут вроде бы ничего нету. В плане цифр. Вполне возможно, что именно где-то там дальше будет код самый, как раз. Который мы сможем применить. Ладно, надеюсь, что именно там мы где-то его и найдем. Потому что я понятия не имею. Где его еще можно будет? Погодите. Пока. Пускай так будет. То вдруг тут труп встанет. Он не возгорался, так что вполне может быть, что он на нас нападет. Тот мутант. Так, погодите, может, как-то мы его раньше видели? Нет. Ладно. Давайте дальше пойдем. Ну да, очень страшно. Нет, это просто труп, оказывается. Ну ладно. Ничего мы не потеряли, по крайней мере. Заложив те ловушки. Если что, кого-нибудь туда. Из нападающих. Так, давайте-ка снимать их. Так, ну и где-то, и где-то. Бум! Приз исследования молоков мутантов, лечение урона. Да, было все очень предсказуемо. Внимание. Объект Дельта осушил парк Диониса и проник на его территорию. Это потеря нашего возрождения. Жизнь дочери Восторга в ваших руках. Ну теперь, по крайней мере, как-то более-менее ясно, кстати говоря, почему они ее так спасают. Вот и все. Ваш покорный слуга теперь самый молодой член семьи Восторга. Я скормил Уэлсу сказку о том, как в трибуне мне не давали рассказывать людям правду, и он без лишних слов вручил мне приглашение в пристанище мастеров здесь, в парке. Лэмп купилась на мою сказку о непризнанном писательском таланте. Она даже сказала, что не против, если я стану писать здесь. Правда, мой рассказ будет о ней. Мне кажется, ей не понравится конец. Ладно, давайте дальше двигаться. Что-то я по-прежнему пока не вижу никакого кода. Так, где тут камера? Она где-то... А, наверное, там где-то.
Так, давайте посмотрим, что у нас здесь сверху есть. Так, собственно, сюда давайте пойдем. Дорогая девочка с желтыми глазами, меня зовут Билли. Я видел тебя недавно на карусели. Ты была очень красивая в синем платье и пела про ангелов. Моя мама говорит, твой папа очень страшный, но, по-моему, он сильный и большой, как герой комиксов. Я приготовил тебе подарок и оставил в подвале, где его никто не найдет. Секретный код от двери 1080. Надеюсь, тебе понравится. Я помашу в следующий раз, когда тебя увижу, чтобы ты меня тоже узнала. Ну вот, в общем-то, мы и узнали. Как раз пароль от этой двери. А дети тоже. Подвластны маленьким девочкам. Так, 1-0-8. Ой, что я делаю? 1-0-8-0. Шикарно. Мне доложили, что на улицах видели Лэмп. Один из серии Альфа был убит, а его сестричка пропала. Однако у Совета нет времени на облавы. Атлас серьезно расширил ряды мародеров. Как бы там ни было, имя Лэмп уже исчезло из памяти людей. Ныне она не более чем призрак, который лишь по недоразумению до сих пор не растаял. Ну да, это мы знаем, что он был. Так, роза. Интересно, что с помощью этой розы можно делать? Интересненько. Ну ладно, давайте дальше двигаться. Там. Сюда вроде бы. Да, сюда. Так, и куда-то сюда. Так. А прямо отсюда можно взлопнуть? Блин, надо на что-нибудь запрыгнуть, что ли, как-то. Это было немножко забавно. Но главное, что получилось. Заклепки. Заклепки нам нужны. Так, а сколько здесь сестричек? Три сестрички. Даже сюда сестрички отправились со своими большими папочками. Вы только посмотрите на это! Да, если тебе нравится ил и навоз, тут просто божественно. А за чувств ты несешь? Послушай, принцесса, в следующий раз, когда будешь есть объедки, скажешь себе спасибо. У леди должны быть хоть какие-то принципы. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Дротики-ловушки, дротики-ракеты? Надо будет попробовать обязательно. Противопехотные. Мои дорогие пизды. Тебя достанут, хозяйка. Как ты меня через стенку-то бьешь, зараза? Неудачники. Главное здесь не прыгать. Будет печально. Надо забрать все дротики, пожалуй. Хорошо, что дротики, кстати говоря, забираются. Это рыбы. В первой части, кстати, в принципе, тоже можно было болты собирать. Нет, вернись! Это моя дочка! Так, нет, туда мы чуть позже отправимся. Сейчас мы вот здесь все соберем, что валяется у нас, и как раз отправимся. Кстати говоря, судя по голосу, это как раз тот самый мужик, чьи записи мы слышали уже столько раз. Пускай тут она валяется. Вот, сейчас, я думаю, мы остановимся и продолжим уже в следующий раз. Поэтому я прощаюсь со всеми. Всем удачи, всем пока!